студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! Пыльца амброзии входит в тройку самых опасных природных аллергенов. Сейчас растение активно пылит, а атмосферная ситуация способствует распространению пыльцы. Согласно карте гидромедцентра, в Старооскольском округе концентрация пыльцы низкая, в Губкинском – умеренная. Гораздо хуже дела обстоят в Курской области. Там с амброзией почти не борются, и концентрация ее очень высокая и экстремальная. И восточный ветер, а в ближайшие дни будет именно такой, несет пыльцу к нам. 23 августа в Старомосколье и Губкине днем до плюс 31. Солнечно. ОФ-индекс высокий, магнитное поле спокойное, атмосферное давление высокое – 755 миллиметров ртутного столба.